Жизнь на новой земле – энергетическая составляющая человека пятого измерения. Отец Абсолют, читает Лура. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим об энергетической составляющей вашего существования в пятом измерении, которая очень тесно связана с вашим внутренним состоянием. Как вы уже знаете, каждая ваша мысль – каждая эмоция – это энергия, которая так или иначе проявляется вовне. И несмотря на то, что пятое измерение – это однополярный мир, энергетически он очень разнообразен. Но это разнообразие сильно отличается от энергетического взаимодействия дуального мира, в котором каждая эмоция, энергия имеет свою противоположность. Именно поэтому этот мир называется дуальным. В нем царит борьба противоположностей. Поскольку каждая из эмоций в мире третьей плотности вибрационно насыщена, то есть имеет высокую энергетическую концентрацию. Почему это происходит? В первую очередь, потому что этот низковибрационный мир плотный, а значит и ваши эмоции, а также и ваши тела плотные. А что же происходит с человеком с повышением вибрации Земли и его переходом в более разреженное энергетическое пространство? В этом случае его сознание разуплотняется, так же, как его физическое тело. Каким образом это проявляется вовне? Ваше сознание энергетически расширяется, в результате чего вы начинаете видеть и, главное, осознавать не маленькие плотные кусочки событий, происходящих вокруг вас, а всю разуплотненную картину в целом, всю причинно-следственную цепочку, приведшую к тому или иному результату. Именно это происходит сейчас со многими людьми на Земле, которым удалось подняться над обыденностью и, сонастроившись с новыми вибрациями вашей планеты, выйти на новый уровень понимания происходящего. Этим и объясняется огромное расслоение в современном обществе на пробудившихся и глубоко спящих. Если пробудившиеся видят всю подоплеку совершаемых на Земле преступных действий властей по отношению к народу и осознают их истинные цели, то глубоко спящие видят и слышат только то, что преподносят им официальные источники информации. А страх за свою жизнь побуждает их послушно исполнять все указания и инструкции властей. И происходит это потому, что разуплотненное сознание первых уже вышло на высокий уровень вибрации Земли, а сознание вторых так и осталось плотным, низковибрационным, находящимся на одном уровне с теми, кто пока еще управляет вашим миром. Так, пробудившиеся люди уже в силу своих новых вибраций не способны играть по правилам рептилоидов. Их душа, все их существо противится этим преступным по отношению к человеку действиям. А глубоко спящие, даже губительные для их здоровья и нормального человеческого существования инструкции принимают как должное и более того, как спасительные. Так работает один из основных законов Вселенной. Подобное притягивает подобное. То, что происходит сейчас на Земле, является ярчайшим проявлением дуальности, ее апогеем, противостоянием добра и зла, свободы и рабства, свободомыслия и подчинения. Сознание, освобожденного от всех стереотипов трехмерного мира, и сознание зашоренного, шаблонного, управляемого. И с каждым днем это расслоение между обитателями вашей планеты будет становиться все больше и больше. Так происходит естественный отбор по вибрациям, где каждый делает выбор в соответствии с уровнем своего сознания. Большинство людей, готовых перейти вместе с Землей в пятое измерение, уже сделали свой выбор. А теперь осталось
небольшая прослойка населения, у которой еще есть шанс вскочить в последний вагон уходящего поезда. И мне очень хочется, чтобы им это удалось. Любящий вас безмерно, отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Энергетическая составляющая человека пятого измерения».